25 мая в Гомельском горосполкоме пройдет открытый аукцион на право заключения договора в аренде земельных участков. На торги выставлено 5 лотов. 3 участка предназначены для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов. Самый дешевый находится в Романовичах. Начальная стоимость чуть менее 6 тысяч рублей. Сумма задатка 200 рублей. Почти на 1500 дороже участок в Красном Маяке. Стартовая цена почти 7500 рублей. Задаток составляет 200 рублей. Самый дорогой из них размещается на втором Луговом переулке. Его начальная стоимость около 19 тысяч рублей. Сумма задатка – 1000 рублей. Для размещения легкотипного торгового павильона предназначен участок, который находится на улице 60 лет СССР. Стартовая цена – почти 2500 рублей. Задаток – 100 рублей. И на последнем участке на улице Хатаевича нужно построить бесконтактную мойку самообслуживания. Начальная стоимость участка – почти 15 тысяч рублей. Задаток составляет 700 рублей. Извещение с перечнем необходимых для участия в торгах документов доступно на сайте Гомель-Геодез-центра. Подробную информацию об условиях проведения аукционов можно получить также в землеустроительной службе Гомельского горосполкома по номеру телефона 310948 или в Гомель-Геодез-центре по номеру 419786.